Ежедневно в промышленном районе Самары дезинфицируют более 4500 подъездов. Специалисты обрабатывают все поверхности, к которым может прикоснуться человек. Кнопки лифтов, перила, ручки дверей и даже почтовые ящики. За эту работу отвечают управляющие компании. Нарушители, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, наказывают рублем. В случае выявления каких-то недостатков, к управляющим организациям, допустившим нарушение требований и постановления, принимаются меры административного воздействия. По словам директора одной из управляющих компаний промышленного района, подъезды обрабатывают хлоросодержащим составом. Он гораздо дешевле спиртовых растворов, но не уступает им по эффективности воздействия на вирусы. Хлоросодержащий состав, который был рекомендован организацией Роспотребнадзор, безопасен для жителей и для животных. Сейчас все управляющие компании промышленного района с поставленной задачей справляются. Работа по дезинфекции подъездов продолжается. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.